Осыпающийся потолок, трещины в стенах и общая душевая, и туалет. Красковчане буквально каждый день подвергают себя опасности, проживая в старом доме 1948 года постройки. Люди бьют тревогу, но сотрудники местной управляющей компании наконец-то вышли на контакт. Накануне они провели встречу с жильцами. Когда здание снесут или хотя бы приведут в порядок, выясняла Анна Троян. Вот этот потолок скоро рухнет. Вот как раз посередине трещина идет. И уже видно даже, как он начал в середине свисать. Там все гнилое наверху, на крыше. Этот дом вполне бы мог стать местом съемок фильмов ужасов. Однако кошмары пока видят только его жители. В дождь и снег здесь текут потолки. Прогнившие стены уже не выдерживают. Видите, они все шатаются. Вот видите? Все промазывается. В совместном санузле недавно обвалился потолок. Эту дыру заделали сами жильцы. Впрочем, как и все другие поломки здесь, принято исправлять собственными силами. А если не секрет, сколько вы примерно платите в месяц за капитальный ремонт? 144 рубля каждый. В течение, да, уже какого времени? 20 лет, наверное, больше. Дом 48-го года постройки еще ни разу не видел капитального ремонта. Даже убирать придомовую территорию красковчанам приходится самостоятельно. Несмотря на то, что счета за коммуналку все 12 квартир платят исправно. И, как оказалось, признать дом аварийным тоже пока не получается. Письмо писала в администрацию, просила собрать неведомственную комиссию. На что мне отвечают? Возьмите, как говорится, сделайте заключение, я так поняла, за свой счет, что, ну, как бы, дом, и принесите им эту бумажку, заключение техническое дома. Это 150 тысяч стоит. И почему же жильцы должны это делать? Лицо дома, входная группа, держится лишь на честном слове горе управляющей компании. Ее представители не раз обещали жильцам исправить положение. Однако за все эти годы от коммунальщиков они добились лишь восстановления горячего водоснабжения. Он швабрно-сыпной, этот дом. Сейчас его тронешь, он посыпется. После долгого молчания представители управляющей компании наконец пришли встретиться с жильцами тет-а-тет и оценить масштабы бедствия. На вопрос, почему никто не занимается этим адресом и не проводится капитальный ремонт, говорят. На какой дом на год назначен вот этот дом непосредственно, 178В, я не знаю, потому что утверждаются краткосрочные планы, трехлетние. Вот насколько я знаю, в ближайшие 3 года он не попал. Программу капитального ремонта. Хорошо. Ну, в рамках текущего ремонта, вот, например, сегодня был комиссионный выход на этот дом. Посмотрели, в течение недели будут составлены дефектные ведомости. Ориентировочно через 2 недели начнутся работы. В первую очередь, говорят коммунальщики, сделают фасад и разрушенную входную группу. После приступят к косметическому ремонту внутри здания. Но так ли это на самом деле, пока неизвестно. Очевидно лишь одно – строению необходим как минимум ремонт капитальный. Необходимость проведения капитального ремонта здесь необходимо оценивать дополнительно. Не сегодня и не в рамках этого осмотра и обследования. Будем рассматривать вопрос, по крайней мере, вот мы как территориальный отдел будем ходатайствовать перед администрацией округа о включении этого дома в план капитального ремонта в ближайшем будущем. За дальнейшей судьбой Красковского дома будут следить Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.